В Минобороны России продолжается выдача электронных удостоверений ветерана боевых действий «Свои», сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Это новый электронный документ, который совмещает в себе возможности удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карт. При этом имеет максимально удобный формат – пластиковые карточки. Электронное удостоверение аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет в безизъявительном порядке получать федеральные и региональные выплаты и выплаты по линии Минобороны России, а также специальные привилегии банков и скидки их партнеров. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает медицинским работникам, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки государство предоставляет ежемесячную компенсацию за частный детский сад. Она составляет 50% от ежемесячной оплаты. Компенсация положена участковым врачам и медсестрам, а также врачам общей практики, работающим в государственных учреждениях Самары, чьи дети в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают частный детский сад. Администрация железнодорожного района публикует так называемый виш-лист – список приятных дел, которыми можно заняться в апреле, чтобы поднять настроение. Например, устроить пикник на свежем воздухе, пересадить горшечные цветы, покормить уточек, сделать поделку, украсить сад, купить букет тюльпанов или нарциссов, а вместе с ними и новую вазу. Иногда стоит на несколько минут отвлечься от рутинных трудовых будней и насладиться солнцем.